Продолжается формирование правительства республики. На этой неделе по предложению председателя правительства Александра Мартынова президентом утверждены 4 министра – финансов, здравоохранения, сельского хозяйства и природных ресурсов, а также министр по социальной защите и труду. На должность министра здравоохранения республики назначен врач Андрей Гуранда. В прошлом он возглавлял Бендерский центр матери и ребенка. Основные приоритеты в развитии отрасли Андрей Гуранда видит в выполнении народной программы президента, создании доступной и качественной медицины. На пост министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР назначен Ефимий Коваль. В прошлом депутат Верховного Совета 4 созывов. Председатель комитета по вопросам агропромышленного комплекса республики. Министром финансов остается Ирина Малаканова. На этот пост она назначена год назад. Также в должности министра по социальной защите и труду утверждена и Елена Куличенко, назначенная на этот пост в конце 2015 года. Еще одно назначение. Президент представил сотрудникам таможенного комитета нового руководителя Виталия Нягу. Глава государства отметил, бизнес должен видеть в таможенниках своих союзников. Именно в этом направлении таможенным органам предстоит работать в ближайшее время. Также назначены руководители еще 5 государственных служб.